tournament getting bigger and bigger. Турнир год за годом становится все более и более крупным мероприятием, и это действительно очень радостно видеть. Good hockey countries. I mean, there are hockey countries, Latvia and Belarus. Хочется сказать, что и Латвия, и Беларусь — это две достойные хоккейные державы. И в обеих странах организация всегда на высшем уровне. И они уже делают огромную работу для того, чтобы отлично провести чемпионат 2021 года. Вспоминая чемпионат 2014 года, где участвовали 16 команд, хочется сказать, что это было очень здорово, и особенно для фанатов. И в этот раз, поскольку играем-то мы все-таки для фанатов хоккея, в этот раз, я думаю, все будет действительно здорово, потому что и в Латвии, и в Беларуси отличная фанатская база. И я думаю, что это будет праздник для всех. Very successful championship next year in Riga and in Minsk.